Всем привет, ребята! У меня тут такие большие травмы, я ж отвечу от страху, трясусь, как это, батя, все рассказать. Ух ты, вот как же зайти в этот дом? Вот стрёмно, лапа болит, да беда одна. Ладно, делать нечего, надо заходить, а то тут я холею совсем. Пошел я. Блин, как тут зайти к бате и все рассказать? Короче, я подрался с сыном нашего председателя. Во, у меня проблемы в школе. Еще и батя сегодня обещал, если я без приключений, в кино завести. А у меня тут такие приключения. Мало того, что этот барбос лапу мне укусил, и кровь течет немножко, так еще и это классное засекла, что мы дрались. Ох, надо как-то выкручиваться. Ребят, вы напишите, как бы вы выкручивались в такой ситуации? Что бы делали? Что бы родителям сказали, а? Ладно, я пошел. Короче, лучше тихо на место к себе в комнату пойти и тихо сидеть. Шерлок, это ты пришел? Шерлок, я знаю, это ты. Блин, как это батя засек, что это я? Да, батя, это я пришел! Давай, иди сюда. Ладно, иду. Иду, батя, иду. Эх, так. Надо как-то это тихо себе вести. Шерлок, как дела в школе? Рассказывай, а? У нас вроде там с тобой этот поход в кино намечается. Ничего там не вытворил, оценок не наполучал двоек, а? Вот, блин, батя, что жопой чувствует? Что у меня там проблемы, а? Да не бой, все нормально! А что это за следы у тебя? А? Это что, кровь, Шерлок? Это что? Что это такое? Ты где уже влез, а? Батя, это так, я это шел, зацепился, упал и поранился, наверное, немножко. Сидеть, надо обработать. Все. Секунду, за бинтом. Ох, вроде пронесло. Вроде не понял, что это я подрался. Блин, бинта-то осталось, Шерлок. Чувствую, батя. Стоять. А может не надо, а? Не люблю эти себе бинты, бать. Надо. Надо. Вот, блин. Не лезь мордой. Блин, ну как есть, хоть так. Так. Это вот, бать, немножко лежи, болит. Лежи. Сейчас еще этим пластырем заклею, чтобы держалось, а то бинта мало. Лежи. Хорошо, дергайся. Хорошо лежу. Блин, ну вроде с этим пронесло. Ай, может, бать, ничего не узнает, что это я подрался. Может, и в кино пойдем. Сейчас я все узнаю, разузнаю. Бать, я лежу, как ты сказал. Слышь, бать, так это в кино мы идем? Ты на лапу как наступать можешь? Могу. Значит, пойдем. Подожди. О, класс, идем. Бать, а можно я Барсика с собой позову, а? Я ему обещал, что если пойду в кино с тобой, его позову. Можно? Можно, Шерлок, можно. Ура, батя, вот ты у меня молодец. Ладно, пойду Барсику позвоню пока. Все, давай, сейчас я твою кровь уберу. Звони Барсику, да, поедем сейчас. Алло, Барсик, привет. Ну это тук-тук Шерлок, конечно. Это, слышь, батя сказал, в кино идем. Идешь с нами, а? Ну отлично, забирайся тогда. Все, заведено, идем. Вот это класс. Вот это мне сегодня фартит, ребятки, классная. Про лапу сказал, что поранился. Алло. Подрался? Блин, это что про меня? Сегодня? Ёшкин кот. Походу, классная звонит. Вот сейчас делов будет. Так, ребятки, что мне делать? Быстрее пишите в комментах, что батя говорит, а? А, вот оно что. Все, я понял, Зайф. Спасибо за информацию. Ах ты, обманщик, а? Подрался в школе. Вот и рано откуда. Сейчас, ладно, его версию послушаем. Поранился, говоришь, да?
Ну да, вроде как. А мне вот тут позвонили и кое-что другое рассказали, а? Батя, ты чё? Кланя звонила? Классная? Кланя. И у нее совсем другая версия произошедшего, а? Так что ж придумать, ну мы головой быстрее думай. Короче, ясно. Нет смелости даже рассказать, да? Все, никакого кино, никакого шарика, Бобика, Матроскина, Зачёскина. Дома сидишь? Или что он всего на неделю? Бать, ну я же уже пригласила, Бать. Я тебе сейчас всю правду расскажу. Ну, Бать, я тут не виноват совсем. Ну, я весь внимание, давай, рассказывай. Короче, Бать, в классе у нас есть задира один, сын председателя. И он всех щенят обзывает, говорит, что они дворняги беспородные, что они лохи последние, только он типа крутой. А я тоже, типа дворняжка, никому не нужная, ничего не умеющий. Еще за мою подругу Шарлотту так сказал. Я тут не выдержал, Бать, как свои зубы наточил, наскалил, и на его так хрясь ему за ухо. Ну-ну, что дальше было уже интересно. А он меня хрясь за хвост, хрясь за лапу, хрясь за нос. Знаешь, как больно было. Но зато все ребята говорили, что Шерлок молодец, что этому вредному пацану пердюлей дал. И что дальше было, Шерлок, а? А дальше классная заходит. И это вредный пацан сразу плакать давай. Типа он такой бедненький, несчастненький. Шерлок его покусал. Шерлок его подрал, его побил. Вот. И Кланя сказала, что я вредный мальчик. Что все папе расскажет. Ну вот тебе и звонила. А на самом деле я все защищал. Я хороший парень, Бать. Ну правда же, а? Ой, Шерлок. А нельзя было это как-то после уроков решить, а? Бать, ну так это и было после уроков, ты просто классно засекла. Если б не засекла, было все окей. А так видишь как, еще и получила я. Называется, заступился за всех. Батечка, ну прости меня, пожалуйста, ну я честно больше не буду. Ну не буду я больше так. Шерлок, ну то, что ты за других заступился, там за Шарлотту. Это нормально. Ну, то, что классное запалило, это, конечно. Шерлок, так и быть. Пойдем в кино. Ура, в кино идем! И берем его! Ой, я так рад, Бать, ты большое спасибо, молодец. Но только она сказала еще одно твое замечание. Понял меня? Тебя из лицея отчислят. Как? Так что давай свои вопросы вообще за территорией лицея. Решай, понял? Понял, Бать, понял. Ладно, не буду тебя наказывать. Никакого ареста, все остается в силе. Лапу только напомни, чтобы я перебинтовал вечером. Пошли. Ура! Ребята, если вы тоже считаете, что я большой молодец, что заступился за других, ставьте мне лайки. Все, мы побежали с Батей. Так, кому бы еще позвонить, а? Или смс-ку написать? Или может еще что-нибудь? О, точняк! Надо на маникюр записаться. Совсем когти мои отросли. Шерлок, ты где? Блин, как он не вовремя. Не успел на маникюр записаться. Куда этот пес делся? Шерлок, ты где? О! Засек меня! Ладно, тут я, Бать, тут! Так, слушай. Куда он мой? Это мой драгоценный! Куда ты его забрал? Ух, не успел спрятать. Опять в телефоне. У тебя уже что, зависимость? Ребят, а вам интересно, что у Шерлока в телефоне? Ну-ка быстро лайк поставьте. И может быть я вам сейчас тогда и покажу, что там, а? Давайте, быстро. И подписочку не забываем. Там секретные данные видео. А самое главное, никому не надо видеть контакты мои. Понятно? Ничего себе заявочки. Ладно, слышишь? Что у тебя там может быть-то? Ой, в телефоне-то, а? Секретные видео и секретные фото. А еще более секретные номера
Девчонок, сейчас расстрелишься номерами. Не зря показывать. Ребята, если вы считаете, что батя сильно хитрый, то поставьте лайки. Секретные? Сейчас посмотрим. Не могу я это так оставить. Не, надо видеть, что он там решил вам всем показать. Блин, даже надо, попал я. Вот этот батя, ну-ка показывай, что ты там хочешь показать. Фу, Шерлок, ну что, давай-ка мы начнем с контактов. Только это, черт, все контакты не показывай, хорошо? А то они там очень секретные. Все не буду показывать, только самые смешные и интересные посмотрим. О, ничего себе, я же первый вижу, это что такое? Шерлок, маникюр! Ничего смешного не вижу, даже обидно стало. Ты что, как девчонки на маникюр записался? Ага, да все мы записались на маникюр. Помните, как батя мне когти подстригал? До самой кровишки. Посмотрите. Батя, что мне лапу отрезал или что? Когда течет кровь, есть вероятность получить заражение. И после такого не то, что на маникюр, на педикюр и укладку волос надо записываться. Слышишь, ну ладно, это один раз было за все время, нечаянно. Три дня еще ходил там перед тобой, извинялся потом, а? А сейчас меня позвонишь, от обидки прям обидно стало. Так, ладно, ладно, сейчас... Ой, капец, Шерлок. Знаете, как контакт называется? Искусное наращивание усов. Слушай, я барбершоп знаю, там это стригут, бреют, там все. Ну, Шерлок, что наращивать, а? Ты что, совсем тю-тю? Ты знаешь, что собакам нельзя отстригать усы? Им можно только наращивать. Вот с этого и контакт. Видишь, у меня вот поблаборались совсем мои усики. Я себе решил пару-тройку нарастить. И это, хотел у тебя еще деньжат попросить. Ну ты придумал, конечно. Слушай, у природы все как должно быть. Вот должны быть у тебя такие, значит, так и надо. И не надо природу портить деньгами. Так и скажи, что ты жмот, да усы мне пожалел. Шерлок, это что такое? Ворованное мясо? Ой, блин, нашел самый потайной контакт, может спрятаться за штору, а? Вот попал я, что теперь придумать? Ну-ка, рассказывай. Иди сюда. Это что такое, а? Ты что, ворованное мясо покупаешь? Тебя мало кормят, а? Блин, ну точно попал. Иди сюда, ко мне. Ну так ты ж только сухачом кормишь. А там свежачок воруют с мяскомбината. И вкусное продают. Ну прости, бать, ну прости, пожалуйста. Ну больше не буду, не буду больше ворованное мясо покупать. Ну прости, я тебя уже зацеловал всего. Я, как дурак, таблицы заполняю, считаю, взвешиваю на весах. А у него вот это вот потом на бочине вылазит жирок, да? Ой, ну прости. Ну не буду больше! Сейчас час на беговой дорожке. Смотри, какое я видео нашел. Ты смотри, как ты спал. Смотри. Ой, да я! Смотри, какой малой. Смотрите все. Эта собака так лежит. Это что у меня за собака тут такая, а? Я не поняла, это что тут лежит за пес такой? Ты хоть живой? Не, моргает. Моргаешь, да? Так может, хоть морду перевернешь, нет, Шерлок? О, красавец! Видишь, милота какая, память какая. Это я понимаю, это мясо ворованное. Ну проси, прости! О! Подожди, какая дата? Чё там? Шерлок, я не понял.
У тебя видос с сиреноголовым. Так он же не получился! Я и так плохо камеру держал. Да в то время ты помнишь, какие бабки были за это видео назначены? Ты посмотри, как не получилось! Блин, чё, бать, получилось? Как так? Я не понял! Это чё, я зря не перепроверила? Я такой куш не сорвал! Я бы мог сейчас в Дубае дубаить! Или в Мамбае мамбаить, а лежу здесь на ковре? Кобздец! И не говори! Ты бы хоть бы мне показал, получилось, не получилось? Да, ну Шерлок лошара. Я, ребята, думаю, вы тоже так думаете, лайк поставьте. Капец, такой видос в свое время не сдали этим репортерам. Ладно, давай дальше глянем, что там. Так это вон, 3 дня назад было, помнишь? Красавец! Весь в розовом, а? Чё? Как я тебя одел вообще? Не замерз тогда? Так, все закрыли глаза, никто не смотрит этот позор. Это позор позорский, где я в розовой одежде. Да ладно, чё ты там раскричался? Зато тепло было. Вон и видос ещё такой на память остался. А, Шерлок? Шарику расскажу, что здесь круто! Это ж поваляться по снегу можно. Совсем не холодно. Видите? Тебя в бабскую одежду одели. Посмотри, я была тебя в платье. Или это с кокошником. Вот уже была бы хохма. Конечно, смеяться гораздо. Все, ладно. Что там у тебя еще есть? Че там ты прям это завис, я не понял. Че это такое, а? Это, походу, я у тебя должен спросить. Так куда ты говоришь, язык делся, а? Отварной. Ну, как я и говорил, эти сорщения с Сашей съели весь. Мне ни грамульки, бать, не оставить, жматые. А ну-ка, иди сюда. Иди, иди, иди. Иди сюда. Ну, чё там, бать, а? Смотри, смотри. Блин, кто-то положил мяско. Ёшкин кот, как же хочется его. Зараза. Блин, попробовать, что ли? Может, ты не зайди? Тихо, я съем, и все. И все, это на это. Все, теперь тарелку надо куда-то угнать. Ё-моё. А это кто предатель в нашей семье? Это кто та гнида такая? Блоха семьи! Это кто меня снял на мой телефон, как я тырю мясо? Это ты, походу, в камере запись оставил включенную. И никого дома не было. О, блин, попался сам на свой телефон. Ребятки, будьте аккуратнее с телефоном. А то он тоже вот такой пакости может сделать. Эх, ёшкин такой. А кому меня жалко, напишите в комментах, а? Или кому понравились мои видосы, тоже напишите в комментах. И какой больше видос понравился? Батя, все, давай мой телефон, хватит меня позорить. О, Шерлок, ладно. Но я понял, что надо в твой телефон регулярно заглядывать. Надо такой пароль поставить, чтобы ни за что не отгадал. Че шепчешь там, а? Говорю, раз в месяц тебе на проверку давать ему буду. Вот, это правильно. Все. Ага, так и нараздавался тебе. А вы были на канале Бро Шоу Пэт. Не забудьте поставить мне лайки. И обязательно сделать кнопку подписки серенькой. Пока-пока, мои дорогие любименькие.